Таможнига 300 километр қолганда йўл мана шунақа экан. Кўрибётганларингдек 18 келаванман, 18-20 километр в час. Мана шунақа йўл. 300 километр Довут атага қолганда Қарақалпоғистонда Россияга қарап кетаётганда йўл йўқ деса ҳам бўлади, йўл йўқ. Агарот ундан сулиқ. Агарот текисроқ ундан, энди агаротга қандай қилиб чиқиш керак билмайман. Ана у бичараны. 300 километр. 80 километр ўтган озима. 224 километр таможнигача қолган, мана-мана аҳвол. Так что... А ну учить сылых мы дейм? Мне хорошо, что левера сылых. Там что? Это вот такое. Кем кандо юр топты юр ютта, ну вообще агарот кечеден кет ют. Мене юр, битты юр, у агарот кечеден кет ют. Агарот тичи билан кетишади. Кўздингсан? Фару. Агарот тичи билан фура ҳам юрибди. Бу йўлда ҳеч ким йўқ. Soat 10:20 Qozog'istonga endi kirdim. Yangi kirdim. Davot otadan o'tdi. Qarachi o'sha nima edi bu? Nomi nima edi? Nukus. Nukusdan bu yoqqa 500 km yo'l yo'q. Dalama-dala. Kim dalani ichi bilan haydaydi? Kim qanday eplasadi? Qarachi o'sha 500 km-ga 10 soat, 12 soat vaqtim ketdi men. 20 km chastdan o'tgani yo'q. 20 km chastdan mashina o'tgani yo'q. 10 soat, 12 soat vaqtim ketdi. Mana endi hozir Qozog'istonga o'tdim. 2018-yil men bu yerdan o'tganimda shu yo'l remont bo'lardi. Yo'q edi bosim. Tekis mi öptü bir an? Yulia sıkım ya. Granitsa Maştakova geçip 1050 kilometre gösterdi. 1050 kilometre. Devam etti ama zor işte. Sal ol. Bu da kuvvet etmiyor. Aslan ol, çatrağı ustağın dörüge. Sal ol, sınıf et. Niye yomana kendi bu? Mm-hmm.
kaldı ya haydi diyor. Что-то нарушили? Да. Что нарушили? Dağı çengel loyga bat yapmam Bir şirin bir açık tot yapmam Dağı çengel loyga bat yapmam Eradanın ısını bat yapmam Siz yanımda sizden bir bacım Что? Кстати, у вас законы, леды стоят по нашему закону, по статье 590, часть 5. Лед, лампочки стоят. Все, мы транзитные проезжаем. Мы транзитные проезжаем, командир. В нашем законе? А давайте. Законы. А каком законе? По какому закону? Вот сейчас видео снимает камеры, инспектор. Все, хорошо, вот. Там подождут, я вам докажу, и все, проблем никаких. У нас нету запрета на этот. Я сейчас в данный момент проезжаю транзитно, правильно? Я имею право проезжать. Я вам объясню ситуацию. Инспектор. Вот, как ваш фамилия имя? Я вас всем ознакомлю. Хорошо. Телефон доверия. Телефон доверия. Он. Аманкулов, Даурон, Сабурбайулы. Сейчас тогда, сейчас вот Вольво едет, у него тоже LED. Какой Вольво? Вот, вот фура едет, у него тоже LED. У нас тоже заводские. Я вам объясню, вы с правой стороны дорога. Комплектация такая. Иди снимай тогда. Сейчас снимает. Да, у вас рядом. Мама, да? Да, мам. Все, проблем никаких. Иди снимай. Мы тоже люди, мы можем вас понять. Рахматуллин, рахмат. Остановитесь, я вам объясню. Такой плохой... Просто у меня, знаешь, инспектор, у меня нету запаски. Если что-то сейчас проколет у меня колесо, у меня не будет запаски. Кто поможет не мне потом? Не беспокойтесь, я вам помогу. Я вам лично заеду в вулканизацию, привезу шину обратно. Не бойтесь, нормально это все. Просто сейчас, если что-то случится, сзади может, ДТП может. Поэтому примите правую сторону дороги. Я вам объясню, ничего такого не произойдет, я вам клянусь. Все. Просто вы ознакомьтесь с нашими законами и все. В следующий раз, чтобы вы запомнили это. Все, вот, добрый инспектор, понял? Он сказал, что он ничего не будет делать, говорит, просто объяснит и все. Клянусь, все. Право, примите правую сторону. Протокол, наказания нету никакого. Просто объясните. Тысячи полицейских проехали в Узбекистане. Тысячи. Это Узбекистан. Там нас не останавливали. Почему-то, когда вы видите иностранные номера, сразу останавливаете. Я вам объясняю. Причина остановки в вашем данном транспортном средстве. Вы нарушили? Мы 40 км в час ехали. Нет, я объясняю вам. Причина остановки была по линии ПДД 7.46, именно по статье 590, часть 7. У вас установлены LED-ы. Я вам по интернету сейчас могу указать. У кого установлены LED-ы? У всех хамманки LED. Намахат интернет-то говорят, а на нарушение? Хамманки LED, лампочкас. Вам надо было просто, во-первых, предупредить, о чем вы снимаете. У всех сейчас LED-ы. Даже у Cobalt-а LED-ы стоят. Сейчас на каком веке живем? В каком? Вот. Посмотрите, вот. Даже в интернете. Я уже просто написал, можно ли ставить LED-ы. На линзу можно ставить. Нет, на линзе не записывать. Вот. Есть и хорошие носы, LED-лампы для авторазрешенных, в случаях
Если у вас СМР 2 есть в машине, вот, как у меня, вот, например. Капот открыть, я вам просто докажу и все. Я покажу. Не выйду. Ничего такого не произойдет. Я вам, гражданин, просто вы какой республики? России. России. Гражданин просто, России. Я хочу вас ознакомить с законами нашего Казахстана. И все, кроме этого. Если вы не знали, я вам предупрежу и все. Вот. Видите? Прочтите. За данное правонарушение предусмотрено в размере 15 МРП. Это в нашем Казахстане такие. Понимаете, из-за этого я вам объясняю. Это была причина остановки. Будьте любезны, я вам докажу просто. У меня тоже снимать. Вам надо было сперва предупредить о том, что вы снимаете. Если это ваше видео попадет в какую-нибудь сеть без моего ведома, я могу вам уже обратиться в суд. Понимаете это? Я нет, ради своего безопасности снимаю. Нет. Это у меня это на машине, сейчас в машине у меня прибор стоит, Тибишерик, а сверху там 8 камер. Нас смотрят по онлайну, вы знаете это? Онлайн смотрят. Мы не бандиты, мы ничего. Почему мы только просто... вы придираетесь? Как это? Вот в мире только вот казахстанские гаишники всегда останавливают всякие вот эти нарушения вещи. Я другим полицейским не имею никакого. Я свою работу делаю, я вот хочу в Таджикистане, вам в Узбекистане, вот, в России они трогают. Вот едут. Нет, все по правилам. Хочу заказать, просто вы... Когда туда я ехали, никто не сказал это слово. А? Когда вот оттуда я ехали, инспектор, через Кызылорда мы ехали, через Иргиз. Угу. Нас остановили, про этого ничего не говорили. Вас как зовут? Ахмед. Можно ваши документы? Я ознакомлюсь с вашими документами. Зачем надо? Ничего такого не произойдет. У меня я вам не, тысяча ничего... штампов стоит. Нет, я здесь не первый раз приезжаю. Я вам хочу предупредить. Я вас хочу ознакомить нашими законами. Что вы учли в следующий раз. Вот. Просто я вам конкретно хочу вот показать. И, но это будет предупреждением. Я ничего. Если вы не знали, я не буду ничего составлять. Я вам конкретно объясняю. И все. Все. Мы транзитные, мы правила дорожного движения не нарушаем, мы проезжаем, видите, инспектор. Конечно. Вы говорите то, что вы транзитные. Да. Если что-нибудь произойдет с вашими вот на дороге, я да, соблюдаю вы вот все правила дорожного движения. Обратитесь к нашему казахстанскому полиции, и мы вам сюда приедем. Если будем составлять ДТП, но это, пускай этого не произошло. Если что-то с вами произойдет, вы обратитесь к нам. Я не знаю, почему вы сняли, надо было вам предупредить сперва. Если это в сеть попадет... Это в сеть не попадет, например, потому меня, что... Например, у меня камера стоит вот предупредительная. Вы в сеть не попадете, потому что вы говорите, я вас предупреждаю, да, едьте да, по правилам. Вот, просто вы сидите, я вам... Вот, едьте хочу, по правилам, нет, все, я и вам, все. Если вы грубили бы, я бы поставил. Я сам блогер. Да, да, я знаю. Я вам вот сейчас конкретно хочу вам то, что ознакомить вас. Поэтому будьте любезны, откройте капот. То, что капот нельзя, у меня не открывается. То, что я вам объяснил. Ничего, я вам честное слово говорю. Просто если вы не знали об этом, я вам конкретно хочу этот машину показать. Я покупал в Москве, в Рольфе. В Рольф. Я официальный знаю. Дилер Рольф есть. Может, в Казахстане тоже есть Рольф. Я этот машину в 2018 году там покупал. Эти лампочки так и стояли. Нет, забрал в Таджикистан, растамаживал и заезжал, еду обратно. Такой дорога плохая. Можно закрыть? Да, окошко открой. Нет, я вам просто вот, например, я в интернет пишу вот. Просто оно само выходит. Какие штрафы за LED в Казахстане? Оно вот сразу само выходит. Понимаете? Видите? Оно само сразу... Сейчас мне в техцентр надо ехать, чтобы поменять лампочку по Казахстану, чтобы транзит проезжать. Если в Казахстане, то надо вам поменять, понимаете? Нет, сейчас в техцентр, а как вы думаете? Это, с Прада у нас в Казахстане нету таких лампочек. Да. Почему? Есть. Просто я вам хочу... Умные просто... лампочки. Ну, пойдемте, выйдите, вам ничего не будет. Вот... Мне холодно просто, инспектор. Мне тоже холодно, и мне тоже трудно вам. Ну, я хочу свое доказать, понимаете? Я хочу свою работу показать. Все, вам. Все, не вопрос. Ахмат Таул.
По закону, это какого года? Это 12. В интернет напишите, правда. Это аналог обычной лампы. Нет, там, если там... Аналог? Нет, вы. Обычные... Нет, в Казахстане я вам говорю. Ну вот, это за... инспектор нет, объясняет, вот. Какие вам... лампочки, что да. Можно, что какие нельзя. Да, вот, я объясняю. Вы говорите то, что мы не знали. Это не к суду. Мы граждане, вы граждане какого? Российские. Российские. Чтоб вы это учили, я вам... Просто объясняю, что когда вы будете заезжать в следующий раз на нашу границу, вам надо обязательно, потому что вам любой сотрудник ГАИ, вот наша казахстанская полиция, за эти лампы любой сотрудник может остановить. Понимаете? А там пишут, что транзит-то не транзит. Нет, это не имеет. Вот, например, вот вы говорите то, что я транзит. Да. Я же не... Да, вы говорите то, что... Я, да, нет, нет, я например, на границе. Да, 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 например, вы говорите то, что я... Транзит, еду транзитом. В случае, что-то если с вами произойдет, вы к нам обратитесь. Мы же не скажем то, что вы транзиты, мы вам ничем не можем помочь. Мы всем обязаны, это моя работа, понимаете? Все, я вам объясняю, и у вас тоже дальше, точно так же стоят. Все? Все, объяснил инспектор. Все, едем. Хорошо. Хорошей работы вам. Все, давайте. До свидания. Все, давайте. Xullas, bu inspektor bola yaxshi bola ekan. Grubit qilgani yo'q, har xil bo'lgan bo'lmagan gaplarni gapirgani yo'q. Aytdi, yaxshi kelyapsizlarmi, tuzumsizlar, yaxshimisizlar? Hamma chinadi. Yordam kerakmi? Undo, bundo, yo'l toyliqoch, tudavoy, sudavoy deb turing, nemani bu far haqida kamini gapirdi, led mumkin emas bizda dedi. Men hozir sizlarga indamayman. Kelgusida o'zini zavodskoy lampasi bilan o'tsalaring yana yaxshiroq bo'ladi deb bizga tushuncha berdi. Ha, xo'p inspektor dedi u. Boshqa biron bir grubet qilgani yo'q, yo boshqa bir nayez payezda bo'lgani yo'q. 5, bahosi 5 bo'lgan. Tripli tyurka. По-плохому тоже ничего не сможешь сделать. Что у нас тут? Кто заказы решает? Нет? Хош келингиз деп. Хош келипсиздар Беновге. Интернет роминги деп атыш. Бенов. Сиздики роминг. Шаңгара түркен. Маш. Ойгап кетишкен. Я кетті. Машы темір үйілбіла. Қайда сенгіз бі машынды? Жүйда өйкен. Машы тұр ғафуров кеп орады оны машы темір үйілбі. Йоғы? Өзіміз пайыз үйінді өтті. Qazaqstonga kirganimizda, qarachi 6000 ga Pradani zapravka qildi, 3000 ga taniki, no? Bir barobar ko'paydi u? Doimo. 9000, 9000 tanga edi. Endi ikkinchisi mana hozir yana bo'lyapti. Shu bilan hozir zapravka qilib Rossiyaga yetib yetadi endi. Bu последний zapravkamiz Qazaqstonda. Yo, bitta qilib Kirib ketishdan oldin bitta zapravka qilamizda endi. Yesimni ham man. Xullas bu zapravkamiz 6000 bo'ldi ikkita mashinaga. Prada 4000, Optima 2000. Ikkinchi marta zapravka qilishimiz. Bu bir barobar ko'p ichar ekanda. Gazni ham, benzinni ham. Shunaqa gaplar.